Завтра в нашу страну продолжат поступать хорошо прогретые и неустойчивые влажные воздушные массы с южных широт. Это станет причиной развития очагов кучевой дождевой облачности, которые могут спровоцировать грозы и дожди. При этом температурный фон останется близким к рекордным значениям. Итак, в четверг переменная облачность. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах грозы сильные дожди, возможен град. В ночные и утренние часы слабый туман. Видимость до километра. Ветер неустойчивый. Ночью слабый, днем умеренный. При грозах сильно порывистый. Атмосферное давление. Ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать. Утром температура воздуха от 22 градусов в восточных и центральных районах до 25 в западных. В середине дня столбики термометров на отметках 29-31 градус, местами 34-36. К вечеру температура от 27 по Витебской области до 31 по Брестской. До конца недели сохранится влияние очень теплой, неустойчивой воздушной массы субтропического происхождения. Будет преобладать переменная облачность. Ожидаются локальные кратковременные дожди различной интенсивности, грозы. Ветер неустойчивый, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 17-22, днем 29-36. Жара пойдет на спад только в начале следующей недели. У меня все. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.